Очередную партию гуманитарной помощи получат вскоре бойцы, принимающие участие в специальной военной операции на Украине. Леневцы тоже могут внести вклад в общее дело. В уютной комнате Леневского совета ветеранов его активисты в полголоса обсуждают план грядущей работы. Нужно назначить дежурных, ответственных за прием граждан на сбор. График работы уже утвержден. Здесь, в совете ветеранов по проспекту Мира, 6, открыт один из пунктов приема гумпомощи для российских солдат, выполняющих боевые задачи на Украине. Мы должны помочь нашим бойцам продуктами питания. Значит, необходимыми принадлежностями, то есть первой необходимости, принадлежности первой необходимости. Значит, а это туалетные принадлежности, медицинские препараты, но то, что каски, бронежилеты и прочее, у нас этого нет, и занимаются этими вопросами другие компетентные люди. Значит, нам необходимо помочь в пункты приема продуктами питания. А пункты приема у нас на сегодняшний день 3. Это Листвянская, 43А, дом культуры наш, в центре ДК, где проходили сборы в летний период, значит, на втором этаже, Единая Россия. И наш пункт Мира, 6, квартира 63. Двери для вас всегда открыты, объявления будут развешаны везде и у нас на пункте приема. Часы приема с 10 до 13, но это по мере необходимости. Телефон мой будет на видео или звоните мне по телефонам, которые я передам. Милости просим посетить пункты и обеспечить наших бойцов всем необходимым. Единственное, что я хочу дополнить, как мать офицера, мы начинаем и продолжаем благое дело. Дело для наших сыновей, чтобы Россия не была никогда рабами и чтобы всегда было чистое небо. Жители, друзья, ветераны, эти пункты всегда открыты. Сколько времени мы будем это делать, мы не знаем. Но, пожалуйста, откликнитесь и приходите. Список того, что может быть включено в гуманитарную помощь, перед вами. Продукты питания, медицинские препараты, туалетные принадлежности, экипировка и одежда будут тщательно упакованы и отправлены в места назначения. Первые неравнодушные свою заботу и внимание к бойцам принесли, как только узнали об открытии пунктов приема гумпомощи. Сейчас обеспечить надо коробками по мере поступления товаров. Все это будет фиксироваться в ведомости. Все это будет в строгой отчетности. Потом отправляться будет в Искитим, пункт приема там у нас. Это акция районная. Это не то, что, вот, допустим, мы, леневцы, придумали это. А это уже на уровне района и области. А мы подключаемся к этой акции. Люди несут кто что может. В пунктах приема рады всему, что хоть как-то пригодится бойцам и облегчит их существование вдали от дома. Свой вклад вы можете внести где удобно, в одном из трех пунктов приема. Напоминаем, что расположены они в Малом доме культуры по адресу Листвянская, 43А, в центре поселка и в Совете ветеранов по проспекту Мира, 6.